سلام و درود خدمت تمام بیندگان عزیز. در برنامه دیدار با دوست با یک تن از بازیگران که در فیلم مافیا نقش ایفا کردن و البته از کشور اوکراین با تجربیاتی که در این فیلم داشتن و از کجا آغاز کردن، چی چالش هایی را داشتن و چقدر در نقش خود موفق بودن و چی برنامه های دیگه روی دست دارن، انشاءالله صحبت های خود داشتیم. شما ما را دنبال کنین با صحبت های بیشتر با دوستان عزیز. باید یادآور و خاطر نشان باشیم که ما به زبان فارسی از ایشان سوال میکنیم و اینا سوال به زبان انگلیسی و زبان خودشان رو میتونن که پاسخ بده و با زیرنویس و دوستان انشاءالله اصلاحش میکنیم. سوال اول، لطفا خودتان را به بینده های عزیز معرفی کنید. Всем здравствуйте. Меня зовут Давид, я родом с Украины. И здесь я нахожусь уже как 2 года. И мне очень приятно здесь находиться с вами, с приятными и очень позитивными людьми. Сепас, سوال دوم، چی شد که وارد عرصه سینما شدیم؟ Все началось Мне было где-то лет 11 в моем городе, в Украине. Я нашел по объявлению один театр. Я некоторое время выступал как стихи. То есть где-то на сцене я выступал, читал некоторые стихи. То есть где-то что-то я начал себя пробовать. И со временем как бы я понял, что это мое, и мне это понравилось, и я понял, что это изнутри меня идет. И мне кажется, что это нужно развивать. Ва авалин тажрубе бозигаритона ба мо ва бинда азиз бугин ке чигуна буд? Это было в моем городе, в Украине. И первый раз я пошел попробовать себя. Первый раз у меня вроде что-то получалось, но я не был уверен в этом. Потом со временем, в один день я понял, что это мое, и я понял, что нужно к этому идти дальше. و مسیر حرفوی بازیگری شما چگونه آغاز شد؟ چی مراحل را پشت سر گذاشتندین؟ На самом деле это недолго был этап этого всего. Я где-то год в этом себя пробовал. Я нашел человека, который в этом не помогал. У него была своя какая-то там свой специальный, вот как у вас, вот как кабинет. Я приходил, пробовал себя. Там были еще люди, коллектив со мной. И я пробовал себя, но это было недолго. Но у меня был один шанс, чтобы попасть, но в связи с проблемами я переехал и вот пробую себя здесь. Чи барнамаҳои барои оидаи бозигаритон мад назар доред? План на будущее у меня идти к тому, к чему я хочу. Идти к тому, откуда идет это от сердца. То есть я думаю, если идти туда, откуда ведет тебя сердце, куда тебя оно тебя ведет, я думаю, ты придешь к тому, чего ты будешь восхищаться этим. Я иду в актерское, и мне это нравится, и дай бог, может, что-то и получится из этого. У скоротон бо агае Фаад Карими бигуин, чигуна фильм ро агаз кадин ва нахш ифа кадин? Ва номе фильма бигуин? Я находился, я был по делам в китайском рынке, и я встретил вот прекрасного человека, вот Карими, встретил его, и мне мой друг, мой коллега сказал об этом человеке, что он занимается в этой сфере, и естественно мне это, я сразу захотел у него поинтересоваться по поводу этого. Я подошел, спросил, и он меня сразу попробовал в какой-то роли. То есть была первая роль, вторая роль, и Карими сказал, что если ты не против, то ты можешь сыграть что-то. И я согласился, и вот до сих пор вот с ним сотрудничаю. Аз миёни нақшҳое, ки ифо кардин, кудом бештар таъсиргузор буд ва чаро?
мафия. Главный герой мафии. Это мне понравилось. Это роль, которую я сейчас играю, мне это нравится. Чичи Шумару дар херфеи базигари хамеша муштаг ва ба ангеза негах медарад. Я чувствую, что это мое. Я чувствую, что это идет изнутри. Я понимаю, что мне нужно в этом развиваться. Я понимаю, что это идет изнутри меня. И я хочу здесь находиться, я хочу здесь пробовать себя для того, чтобы просто убедиться, что я в этом есть. Если меня тянет к этому, значит, я думаю, что это мое. Саоле новом ке همکاریتون با فواد کریمی چگونه آغاز شد؟ Мы начали разговаривать по поводу темы, какую роль я хотел бы пробовать себя. И он мне предложил криминал, мафия. И мне понравилось. Я пробовал себя и понимал, что где-то что-то получается. Но роль классная, мне очень нравится. و همکاریتون با آقای فواد کریمی چی تأثیری بر روی حرفه سینمای شما گذاشت؟ Это поменяло буквально... Это сделало цель в дальнейшем моей жизни. То есть для меня это уже цель, для меня это уже какой-то оборот в жизни. И я понимаю, что если я буду к этому идти, то я думаю, все будет в дальнейшем то, к чему я хотел идти. И то, к тому, к чему я приду, я буду восхищаться, я думаю. و کار کردن با آقای کریمی برای شما چقدر رضایت بخش بوده؟ Да, мне очень нравится. Мне очень нравится. Я от этого очень меняюсь. Я понимаю, что когда я в этом, я в этой сфере деятельности, актерства, я понимаю, что я восхищаюсь этим. Я пробую себя, и мне это нравится. و نقش شما در فیلم جدید که فیلم مافیا باشد چی بوده؟ چی کار کردین در این فیلم؟ Карим мне сказал по поводу роли. Когда я с ним только познакомился, он меня посмотрел и сказал, что у тебя роль есть криминал, мафия в этой сфере. И так все сложилось, что вот до сих пор я как бы себя пробую в этой роли, до сих пор вот идет процесс. И роль на самом деле очень, очень серьезная роль, и нужно относиться к этому очень серьезно. Но будем пробовать. Будем дальше. Ой, хотрай хосе ас пушти сахна ва базигари дарин? История. История этого фильма. Лично моя история. Ну, мне не приходилось, я не участвовал нигде в таких криминальных каких-то моментах, в криминальных каких-то действиях. Были какие-то мои, я сам с детства как бы где-то бывал в таких моментах, как бы где-то там что-то там, какие-то небольшие криминалы, но это такое-то в действии. Ну, приходилось что-то в этом как бы брать из того, из жизни. Я все свои эмоции, все себя я беру из моей жизни, из моей жизни. در ساخت فیلم جدید مافیا با چی چالش مهم مواجه شدید؟ Я думаю, что это, так как это первый раз в моей жизни, что я столкнулся с серьезным человеком, как Карим, и так как я столкнулся с этим, с этой ролью, с главной ролью мафия, криминал, я столкнулся с очень большими эмоциями, которые ты должен это выразить. И оно, как бы, я понимаю, что оно не получается. Но самое большое препятствие, это нужно держать себя в руках в какой-то момент, а в какой-то момент отпускать все внутреннее, наружное.
تجربه کار کردن با بازیگران دیگر از کشورهای مختلف مثل افغانستان و شما که از اوکراین هستین، تیمتان را چگونه یافتید؟ С ребятами, которые я работаю, с которыми я мы создаем этот фильм, я посмотрел и ребята, как делают фильм, как идут к этому они. Ребята очень талантливые, ребята очень, можно сказать, профессионально показывают себя профессионально. И мне нравится такой коллектив, мне коллектив очень нравится. Писал Али. و باید ماندنی ترین لحظه بازیگری شما چی بوده است؟ Я думаю, для меня самое незабываемое – это все съемки. Первая съемка, вторая, третья, четвертая съемка. Для меня они все важные. И нету одной съемки, которой… Вот одна съемка, которая не нравится. Нет, все следующие… съемки, в которых я участвую, и до этого, которые буду участвовать, для меня это что-то новое. С каждой съемкой это что-то новое. Айо, табахал ба каргардан синемаи я телевизиони рубару шудаид? Честно сказать, нет, не доводилось. Это вот первый раз. Я очень благодарен вам то, что я имею в этом какое-то участие. И очень благодарен ему. Это здесь первый раз. Вот. Аз назар шума тафауте бозигари дар Украина ва Алман чист? Как и в украинской актерство, и в украинском кино, украинское, российское кино, есть свои плюсы. Очень хорошие фильмы и украинские, и немецкие, очень хорошие фильмы и афганистанские, есть и индийские фильмы, есть разные. Я думаю, что нету, как и там, есть профессионалы в Украине, как и здесь свои профессионалы. Но что-то здесь, в Европе, это здесь более новое, здесь все новое, здесь все. А в Украине, как бы, оно, есть свой уровень. Украина уровень одно, тут другое. Но профессионализм один и тот же, как бы я так вижу. Бисер Али, ва чи тавсия дарин баре джаваноне, ке таза михаен вареде базаре синема ва синемагари шуман? Я думаю, в первую очередь, если вы чувствуете, что это ваше, я думаю, чувствуете, что если оно идет изнутри от вас, то нужно идти к этому, нужно не сдаваться, нужно не бояться. И нужно пробовать себя в чем-то. Нужно пробовать не актерство, то в другом чем-то, если вы чувствуете, что вы к этому идете. Вадарпоян, чьи харфы дарин, чьи паямы дарин, касаи, ки шумара мибинан ва алакаманды шумасан, паямы шумара уна чьи аст? Очень большое спасибо тем, кто смотрит, те, кто наблюдает за этим, большое спасибо. Потому что актерство, фильм, кино без зрителей, без людей, которые смотрят нас, мы есть то, что люди смотрят, мы есть то, что люди оценивают. И самое главное делать то, чтобы люди брали из этого фильма что-то хорошее, а не что-то плохое. Но если хорошее и плохое, но самое главное это то, что люди оценивают. И спасибо людям, потому что мы без вас никто. دوستان عزیز با پایان یکی از برنامه‌های دیگر دیدار با دوست میرسیم و تشکر میکنیم از دوست ما که از کشور اوکراین بود وقت خود در اختیار ما گذاشت تا سوالات را ازشان داشته باشه و تجربیات را که ایشان در بازیگری در فیلم مافیا و بازیگری با تیمی که تحت اثر آقای فواد کریمی است داشته باشند و تشکر میکنیم از شما که با تمام صبر و حوصله‌مندی مصاحبه و دیدار با دوست نگاه کردین. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم در خدمت شما میرسیم تا برنامه های بعدی و دیدار با دوست. ایام به کامتان شاد و خوشحال و خرم باشین. خدا نگهدار.